Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и выложили на продажу Су-85i. Но перед тем, как с вами начнем, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, поставить лайк данному видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее выходящее. Только такие действия помогут развиваться моему каналу, а я вам за это буду безумно благодарен. Кроме вас, канал поддержать просто некому, а мне очень хотелось бы сблизиться с мастодонтами, которые оккупировали YouTube, и, соответственно, показывать вам честные обзоры на технику, такой, какая она есть на самом деле. Спасибо вам огромное за благовременно и огромное спасибо за просмотр. Что касается набора, который выложили, 2000 золота. За 2000 золота вам предлагают все то же самое, что выставляли на продажу 17 декабря. Тот же самый наборчик, сушка, 2 контейнера с камуфляжами, 7 дней према. Довольно прикольный камуфляжик на машине, смотрится действительно ярко. Мне нравится, люблю такие строгие камуфляжи. Что касается X5, то только на Су-85i, но позволит вам прокачивать элитный опыт экипажа и обзавестись дополнительным количеством свободного опыта по результатам боя. 30 бустерочков эпических на серебряндию позволят вам существенно увеличить размеры вашей серебряной копилки. Что же касается сертификата на исследование танка 5 уровня, то я не считаю какой-то особой ценностью по одной простой причине, потому что пятерку выкачать, по-моему, и так не так уж и сложно. Но и на том большое спасибо. Слот в ангаре, открытое все оборудование, которое на 5 уровне, я бы сказал, дешманское, и в принципе, если позволит вам сократить ваши затраты на открытие оборудки за собственное серебро, то все равно не настолько, чтобы прям вы обнищали. Что касается самой сушки. Сушка машина прикольная, но от боя к бою не играется равномерно. И нельзя сказать, что данная машина, она постоянно в своих победах и в нагибаемости, да, там, точнее не так, наверное, в нагибаемости она все-таки постоянно в основном, а вот в том, чтобы нагибать кого-то, да, она не постоянно. Но сейчас плюс-минус, мне повезло, я попадаю в бой, будучи в своей когорте, я попадаю в бой в топе, я не попадаю в бой против шестерок, а значит, мне повезет чутка больше. Дело в том, что против пятерок машина отыгрывается нормально, против шестерок отыгрывается сложно. Что касается существенных плюсов по данной машине, я бы сказал, существенным плюсом по уровню является уровень урона в 200 единиц. Это довольно неплохо. И 2000 заявленного ДПМа, в принципе, реализуемы, если вы не попадете под раздачу. И вот после слова «если вы не попадете под раздачу», наверное, имеет смысл сразу перейти к минусам по данной машине. Первым минусом по данной машине является минус 5. Как вы видите, стоя на вот таком вот небольшом... Да стой ты на месте, в конце концов. Стоя на вот таком вот небольшом возвышении, я уже не могу на горизонте кого-то выцелить, если бы он там был. Второй существенный минус по машине. Машина очень тяжело отыгрывается на дальних расстояниях. Время сведения и разброс, они все-таки не настолько приятные, как могли бы быть у данной машины. Вот если бы их апнули, было бы прям совсем приятно. Но так получается, что ты нормально, как вы видите, быстро свестись не можешь. Да и разброс, в принципе, не такой уж и божеский, как показывает таблица. Именно поэтому сушку необходимо заценивать в бою, а не заценивать ее по таблицам каким-то, потому что таблицы вам правды по данную машину не скажут. Существенным еще одним минусом по данному аппарату является то, что время полета снаряда очень-очень долгое. И получается порой так, что когда ты стреляешь, он летит по какой-то своей вот такой вот траектории. Секундочку, он летит по какой-то своей траектории, но бывает такое, что пока он долетает на другой конец карты, там, где ты пытаешься кого-то выцелить, товарищ оттуда уже отъезжает, и ты начинаешь расстраиваться, безусловно. Вот по поводу минусов склонения орудия, мне пришлось выехать на самый верх для того, чтобы дать тычку по гризли. Я могу сказать следующее. Данная машина исключительно танк поддержки. Ни в коем случае не сближайтесь с врагами. Как только вы начинаете сближаться с врагом, вас начинают разбирать. Потому что машина картонная, но прям до безобразия. Она настолько картонная, что более картонных танков сложно себе представить. Пробивать вас будут везде. Да, бывают какие-то там, знаете, такие рандомные рикошеты, но это больше подкрутка от игры для того, чтобы вам, ну прям... Не постоянно ж соплями-то утираться из-за того, что вас постоянно разбирают. А так в основном, ребят, никто вашу даже кепочку вот эту, я имею в виду, лючок, никто не будет его выцеливать по одной простой причине, потому что вы и так пробиваетесь везде, где угодно. Время перезарядки у машины комфортное. Я не могу сказать, что
действительно там дискомфортно перезаряжаться, порой действительно хочется ускорить это время для того, чтобы успеть кого-то добрать и дать дополнительную тычку. Но в основном, мне по крайней мере, этого времени достаточно. Что действительно радует в этой сушке, так это точность орудия. Точность орудия уматовая. Вот серьезно, на каких бы расстояниях ты ни стрелял, если ты это делаешь... Ай-яй-яй-яй-яй. Если ты это делаешь с полным сведением, то ты, в принципе, попадаешь туда, куда ты целился. И это не может не радовать. Нас сейчас осталось двое. Я так понимаю, что дорога в ангар, в принципе, заказана. Сейчас меня доберут, скорее всего. И на этом ГСНчик поиграет. Но свое дело я в бою сделал. Я сделал 3 фрага. Я нанес урона настолько много, насколько смог наносить, оставаясь как можно дальше от ваших соперников, чего... Точнее, не так. Оставаясь как можно дальше от своих соперников, чего и вам желаю, если вы будете играть на Су-85И. Давайте посмотрим по результатам боя, на что была способна данная сушка. И действительно ли то, что вы были... потенциально на этой машине привело к поражению, ну, в моем случае. 870 единиц урона. Казалось бы, не так уж и много, но своих 3 фрага я сделал, значит, я минуснул 3 ствола в бою и свой вклад в победу уже, в принципе, сделал. Я занял первое место в команде по урону. И мне почему-то кажется, что если бы команда отыграла немножко бодрее и веселее, то, возможно, я не был бы на первом месте в команде, но победа здесь была бы однозначно. Что касается фарма. Сложно заценивать фарм на 5 уровне, да и тем более по проигрышу, но если бы у меня был активирован прем-аккаунт, то даже за вот это поражение я бы получил 37,5 тысяч серебра. Много или мало? Ну, наверное, все-таки больше мало, чем много, но все-таки, ребят, это 5 уровень и это поражение. Что касается того, покупать ли за 2000 данную машину. Я не знаю почему, но данная машина мне очень сильно нравится. Мне действительно порой нравится, когда я попадаю на свой твинг, брать данную машинку, когда мне хочется заехать и расслабиться, и не напрягаться. Ты стоишь где-то вдалеке от соперников, ты не находишься вот в самом пылу сражения и получаешь удовольствие от того, что ты просто откидываешь по засветам. Главное, чтобы вы находились на вот этом вот допустимом нормальном расстоянии, чтобы по вам не отбрасывали, а вы успевали сводиться и ваш снаряд успевал долетать до ваших соперников. Вот такая вот правда про Су-85И. Покупать или не покупать, безусловно, принимать решение вам. У меня Су-85И на аккаунте есть, и я об этом не жалею. Что касается ценников 2000, то хочется обратить внимание, что за 2300 вы всегда можете купить Су-85И вот здесь вот в ветке исследования. Да, безусловно, 300 голды это экономия, но, ребят, периодически бывают скидки на те премы, которые находятся в ветках исследования. И ее можно будет взять дешевле, чем за 2000. Но опять-таки без 7 дней према, без камуфляжа, без всех вот этих вот плюшек, которые разработчики накидали сюда в набор. Выгодно или невыгодно, мне сказать сложно. Но сушка... машинка прикольная. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Спасибо вам большое за просмотр и за подписку на мой канал. Мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока.